В Самарской области пасмурно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 1, плюс 3, ночью 1-3 градуса ниже 0. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток плюс 2, в темное минус 2 градуса, восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 3 градуса, ночью минус 1, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 2 градуса, ночью минус 3, восточный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.